Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Сегодня 27 мая и хочу сказать несколько слов о всходах морковки. Каждый год выращиваю некоторое количество морковки. Вот такая грядочка в этом сезоне отведена под морковку. Здесь всего два сорта – Лосиноостровская и Самсон. Оба сорта очень хорошие, много раз их выращивал и надеюсь, и сейчас они не подведут. В этом сезоне из-за капризов погоды морковка была посеяна, ну, может быть, немного позже, чем обычно, в конце первой декады мая. И после посева сходить она не торопилась. Было очень холодно и притом очень сухо, ни одного дождика не было. И поскольку я не применяю мульчу при выращивании вот таких культур, как морковка, поскольку нет у меня ее в достаточном количестве, поэтому до всходов приходится морковку поливать, чтобы не было корочки и росткам было бы удобно появляться на поверхность. Осеял морковку сухими семенами на глубину примерно около 2 сантиметров. И вот морковка была посеяна и всходить не торопилась. И вот только, можно считать, что к концу мая появились, наконец-то, уверенные всходы. Поскольку бывают проблемы со всхожестью, семена-то магазинные, качество у них, сами понимаете, всякое бывает. И поэтому сею морковку всегда загущено. Но в этот раз можно считать, что мне повезло с семенами. И несмотря на то, что было очень холодно, старался поверхность грядки смачивать, и морковка зашла довольно дружно. Пожалуй, даже чрезмерно густо, кто-то скажет, здесь посеяно. Но такие всходы бывают, уж поверьте, не всегда. И лучше один раз проредить морковку, чем потом констатировать то, что кое-где образуются проплешины. Причем вот где-то морковка взошла густо, вот видно, хотя сеял одинаково, а где-то далеко не так. Вот едва ли здесь наберется нормальное количество ростков. Так что вот он, загущенный посев. Но зато он выручает при самых неблагоприятных обстоятельствах. Не устаю про это повторять. Очень люблю загущенный посев. Из ухода за морковкой в эту пору только поливы, поскольку росточки еще маленькие. Их еще поливаю, даже еще грядку не рыхлю. Но уже после вот этого полива очередного морковку можно будет рыхлить и поливать не так часто. Достаточно будет поливов примерно раза два в неделю. Пройдет еще небольшое количество времени, морковка будет прорежена. Ну а дальше все пойдет уже по накатанной. Только поливы, и морковка обычно растет хорошо. Какой можно подвести итог по всходам морковки в этом сезоне? Как бы то ни было, морковка взошла, я считаю, хорошо. Ну а с приходом в ближайшее время тепла, она очень активизируется. Морковку выращиваем в основном для зимнего потребления, так что времени вырасти и завязать корнеплоды у морковки предостаточно. Вот такая морковочка. Спасибо ей большое. В конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев и морковки, и других культур. Всем всего самого доброго. До свидания.